Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Астрологи прогнозируют с 19 по 25 июня удачными будут все деловые переговоры, подписание важных документов и заключение новых контрактов. Какие еще интересные события нас ждут на этой неделе, расскажем прямо сейчас. Самого пристального внимания овнов на этой неделе потребуют партнерские отношения. Вы будете обсуждать материальные вопросы. Желательно не планировать отпуск, слишком много дел, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Понедельник и вторник Луна с Меркурием предложит Тельцам свои услуги в решении сложных вопросов на работе и учебе. В эти дни вам удастся сделать в два раза больше обычного и сохранить при этом концентрацию внимания. С четверга активность пойдет на спад, звезды советуют – отдыхайте, вы это заслужили. Звезды рекомендуют на этой неделе близнецам заняться укреплением производственной и финансовой дисциплины. У вас появится острое желание создать хорошую материальную базу для себя и своей семьи. Будьте настойчивы и не сдавайтесь, так как возможны небольшие препятствия, с которыми вы справитесь на отлично. Начало недели порадует раков возможностью договориться с кем-то, найти понимание, прийти к согласию или подписать договор. Кроме того, Венера покидает ваш знак, смещая интересы в сторону доходов. Все лето вам будет интересно зарабатывать деньги, правда, иногда с переменным успехом. Удача на этой неделе будет на стороне тех львов, кто смело идет к своей цели, не строит интриг и не сталкивает людей лбами. Астрологи советуют с 25 июня начните заниматься духовными практиками. Начало недели порадует дев творческим подъемом, работоспособностью и хорошим настроением. Что касается любовной сферы, возможны новые знакомства и романтические приключения. У весов наступил отличный период для решения финансовых вопросов, а также сейчас есть все шансы, чтобы получить продвижение по служебной лестнице. Наступившая неделя – это отличный период у скорпионов для занятия спортом, пеших прогулок на свежем воздухе. Если вы давно хотели научиться водить автомобиль, то сейчас идеальный период, чтобы записаться на курсы. Отличный период для бизнесменов-стрельцов. Вы сможете приумножить свое состояние. Если ищете работу, то успешным для вас будет любое собеседование. А также отличный период для путешествий. Вы сможете встретить интересных людей, отдохнуть и вдохновиться на новые цели и мечты. У козерогов наступает благоприятный период для сдачи финансовых отчетов. У вас появится шанс проявить себя в профессиональной сфере и оказаться в центре внимания. Ваше обаяние не знает границ. Вы легко сможете завоевать симпатию нужного человека, что поможет вам быстрее добиться своих целей. Звезды обещают водолеям неожиданное знакомство, которое перевернет всю вашу жизнь. Вы сможете обрести счастье. Однако не стоит забывать, что не всегда все происходит стремительно. Будьте терпимее, и все будет так, как вы мечтали. Венера во Льве – это знак для всех рыб о том, что пришло время всерьез начать заботиться о себе. Поменять график и режим дня, ввести новые полезные привычки, позволить себе больше красивого и приятного. Социум вам сейчас не очень интересен, в карьере мало возможностей, сосредоточьтесь на себе. Помните, ваша судьба в ваших руках, действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!